9 година. В ефірі новини. Сьогодні в парламенті відбудеться чергове голосування за пакет антикорупційних законів. Напомню, це є обов'язковим условием МВФ для отримання України кредиту в розмірі 15 мільярдів. Закон про офшори, реформу суду і прокуратури, електронний суд. Це виглядає дуже добре. Однак ми знаємо, як воно потім виходить на ділі. Де політична воля? Де обіцяні реформи? Коли президент... Чому ви взагалі думаєте, що кредит – це панацея? Можливо, арешт Чуйко був не на часі. Попередній уряд забезпечував стабільність. Нехай ми не жили, як у раю, але принаймні не знали. Так от напрашується вопрос, хто же в итоге лучше – чесний дилетант или корумпірований? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет мне выделил. Как президент собирается убедить Раду? Что нового он может сказать? Давайте честно, все ждут только одного. Заявление об отставке. Вот тут набью тату, слуга народа. Я надеюсь, что ни у кого уже не осталось сомнений в необходимости этих законов. Завтра МВФ принимает решение. Это голосование – последний наш шанс. Нам давно пора понять, что общество поменялось. И оно больше не будет ждать и прощать. Не будет новой революции. Будет последняя. Я надеюсь, вы меня услышите. Дякую, пане президенте. Шановні пані та панове, я ставлю на голосування пакет законів, запропонованих президентом України. Прошу голосувати. За один. Рішення не прийнято. Я прошу прощения, я тоже против. Я случайно зелененькую нажал. Надо было меньше вчера на беленькую нажимать. Ну, годі, шановні. Припиніть. Нам треба переходити до наступного питання. Куда мы не переходим? Перепрошую. Я говорю, никуда мы не переходим. Что происходит? Вы все откуда прилетели? С Альдебарана? Что вас веселит? Безработица 40% или задолженность по зарплате? Нет, вы расскажите мне, поржем всей страной. Вот не надо этого популизма, а? Чуть что виноваты депутаты. Вы законы нормальные приносите, доработанные. Вы хотя бы раз читали эти законы? Читали. И у нас опять есть поправки. Тогда будем вносить поправки. Будем тут сидеть до посинения, пока вы не примете закон. Есть регламент, есть порядок денный, их треба дотримуватися. Проблем. Понятно. Это надо решать. Так, переименование Ульяновки, Чапаевки, Щерсовки. А вы против декоммунизации? При чем здесь? Но это что, главная наша проблема? Да людям жрать нечего! Что в Днепропетровске, что в Днепре. Ночью по улице с ребенком страшно пройтись. И не важно, по какой улице вы идете, что по Кирова, что по Коновальца. И суд у нас продажный. Что в Октябрьском районе, что в Шевченковском. А кто в этом виноват? Вы! И вы! Да, я и моя фракция! Да, ваша фракция! Yeah.
У вас телефон звонит, господин президент. Что? Телефон звонит. Ответьте на звонок, Василий Петрович. Да. Здравствуйте, Василий Петрович. Может, хватит метать бисер перед свиньями? Давайте встретимся. Ты решила из морга меня взять? Зачем ты меня с ним соединяешь? Я хочу помочь. Чем помочь? Куда я должен ехать? Зачем? Кому? Беда. Встречный вопрос. Ты сделал меня советником из-за деловых качеств или потому, что у нас отношения? Криста. Тогда, как хороший советник, я обязана говорить правду. А правда в том, что решения по законам принимают именно эти люди. Ты понимаешь, на что ты меня толкаешь? Если я с ними встречусь, это значит, что я признаю их статус. Признаю, что Рада — фикция. И что судьба страны решается по понятиям. И чем скорее ты это признаешь, тем лучше. Потому что нельзя лечить пневмонию, думая, что у тебя насморк. Вась, другого выхода нет. Ты сам это прекрасно знаешь, но боишься себе признаться. Хорошо, я с ними встречусь. Прости меня, я сорвался. Забыли. Аромат потрясающий. Да? Угу. Я не чувствую. Значит, это твой запах. Видишь, как угадал. Он едет. Василий Петрович, спасибо, что приехали. Редко встречаемся. Работы много. Давайте не по работе. Лошадок любите? Я такого жеребца прикуплю. И сюда своего Мерина приплел. Иногда нужно переключаться, иначе вообще с ума сойдешь. Василий Петрович, никуда наша Рада от вас не сбежит. Ваша Рада? Понимаете. А если понимаете, давайте договариваться. Давайте договариваться. Так давайте, ёп. На кону 15 миллиардов. На этих условиях вы можете их получить. Это кандидатура премьер-министра. Не прошло и 2 месяца. Ну, нужно было согласовать условия всех сторон. Ну да, разбил денег от МВФ. Хороший стимул договориться. Да бросьте, Василий Петрович. В накладе не останетесь. Еще и на экономику хватит. Вы издеваетесь? У вас патовая ситуация. Или он, или ничего. Достал ты своим жеребцом, Миша. А это, по-моему, очень неплохой вариант на премьер-министра. Он у меня с руки ест. Алексей Петрович, вот, извините. Это не вариант. А у нас других вариантов нет. Значит, нет. А на что вы рассчитываете? Все козыря у нас. Мне кажется, вы немножко преувеличиваете свой авторитет. Смешно. Вы что, нам угрожаете? Я, боже упаси. Но я сделаю все, чтобы законы были приняты. Задолбали реформаторы хренами. Без вас же как-то все работало. Шатка-валка, но оно работало ж. Вдруг пришел один красавец. Секунду решил поменять все правила игры. Ты Юру зачем посадил? С Юрой нужно было договариваться, согласовывать, слушать. Вы, конечно, молодцы. Высосали из страны последние соки. Жижа одна осталась. Все равно голодная. На что купите, ребят? Не, может быть, нужно помочь? Пожалуйста, мы сбросимся всей страной. А когда вы сдохнете, вы хотя бы раз задумались, что будет написано на ваших могилах? Ничего. Значит, не договоримся. Значит, не договоримся. Что и следовало доказать. Бесполезная встреча. Пусть не премьер-министр. А если президент?
Слушаю. Поехали. Кто-то слился, кто-то сбился, кто-то вовсе не родился. Если ты не хочешь стать живым трупом, приходи на концерт любимой группы. Вместе попоем и помечтаем о стране, что никогда не станет раем. На каждом шагу монологи, берегись, они хватают за ноги, берегись, их много, а ты один. Да ну тебя, Толик! На каждом шагу мандерлоги, берегись, они хватают за ноги, берегись, их много, а ты один, но где-то там есть свет в конце пути. Князь говорить будет! Братья, да не посрамим же земли наши. Костьми ляжем, ибо мертвые сраму не имут. Вы можете уйти, сбежать по хатам, к своим табунам, женам. Будете пахать, сеять, радоваться милости кагана, что не тронул вашу хату. Оставит ли совесть того, кто продал своего товарища, как тварь безмолвную? Игуна вы! Хоть перуница, хоть сварог, хоть сам упырь. Я с кем угодно на сговор пойду, чтобы хазар попить. Если хоть одна вошь завелась, что задумала предательство. Завелась! Завелась, Василий Петрович. Можем ехать. С кем угодно на сговор пойду, чтобы хазар Василий Петрович. Здрасте. А я вас еще вчера ждал. Вы погостите или, как здесь принято говорить, на прописку? Проходите, садитесь. Чувствуйте себя как дома. Ну, как вам тут? Как в тюрьме? Дефицит свежего воздуха, витамин, солнышко. Питание ужасное. Да, я попрошу, чтобы улучшили условия. Спасибо вам, гражданин начальник. Василий Петрович, ну вы же не ради этого сюда пожаловали. Значит, Рада не проголосовала, и с нашими общими друзьями договориться не удалось. И вы решили предложить мне сделку? А что вы можете? Скостить мне мою двадцатку? Максимум до 7 лет. Ах, как заманчиво звучит. Но я, пожалуй, откажусь. А вот на предложение наших уважаемых вам бы следовало согласиться. Они хотят полный контроль над финансами МВФ через своего премьер-министра. Ну что ж, предложения прекрасные. Правда, на должность премьер-министра я еще своего согласия не давал. Вы тут ни при чем. Они хотят Карасюка. Кого? Карасюка. Сергея? Леонидовича. Я хочу все о них знать. Вы дадите на них компромат. Взамен получите свободу. Через 7 лет. Выпить не хотите? Пойдемте. Значит, говорит Карасюк. Интересно, интересно. Пойдемте, пойдемте. Василий Петрович! А? А? Да, согласен. Виски, нехти. 12-летний шмурдяк. Угощайтесь. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Шоколад, фрукты. А я, с вашего позволения.
Алло, Боря, а что это за хохма с Карасюком? Ах, это не хохма. Значит, все так решили? Окончательное решение? Понятно. А знаете, Василий Петрович, я, пожалуй, соглашусь на ваше предложение, но на других условиях. Во-первых, полная амнистия. Давайте хотя бы половину. А вы хотите весь кредит или половину? Во-вторых, снятие ареста со всех моих счетов. Это будет очень сложно. А вы думаете, мне будет легко? Вы представляете, что со мной будет, если они только заподозрят, что я пошел на сделку? Я буду мечтать только об одном, чтобы смерть была быстрой. А вы правда знаете, как это сделать? Для этого мне нужно знать две вещи. Сколько у нас есть времени, и кто вам подбирал этот парфюм. Мика. Да, Васо. А завтра утром поедешь в СИЗО и заберешь Юрия Ивановича. Привезешь к себе, он согласился дать показания. Понял, брат, сделаем. Ты был у Юрия Ивановича? Он сдаст олигарха в обмен на амнистию. И что, ты действительно его выпустишь? Выпущу одного, посажу всех. Все будет хорошо. Ушел из жизни великий человек, прекрасный семьянин, грамотный управленец, опытный политик. И совершенно очевидно, что именно из-за своей политической деятельности, из-за своих принципиальных взглядов он и пострадал. Юра никогда не боялся. Ничего не слышно. Кому это не нравится? Юра, совайтесь. А заметьте, что мы тут делаем? Не всегда выпадает такая счастливая возможность посмотреть на собственные похороны. Сперва это надуманное, сфабрикованное дело. А когда стало понятно, что суд будет проигран, власть решила от него избавиться. Вот таким вот кровавым методом. А вот это кто? Власть. Кто? Ну, он плачет. А, это Гена. Близкий друг. Сволочь последняя. А чего ж плачет? От счастья. Вы знали бы, сколько мне должен. Ну, что еще сказать? Поздравляю вас. В Украину вернулись 90-е. Если кто-то думает... Интересно, а чей это такой маленький, убогенький веночек? Почему маленький? Нормальный, обычный венок. Василий Петрович, вы прислали мне венок? Да. Какой цинизм. Извините. Да, Серега, привет. Алло, Вася. Ну что, ты уже во Львове? Слушай, мне сейчас неудобно говорить. Ты долбанулся, что ли? А мне удобно позориться перед ИВФ? Ты когда будешь? Не знаю, придумай что-нибудь. Точно не сегодня. Я понимаю, но перенеси встречу. Василий Петрович. Что? Я разговариваю, Юрий Иванович. Серега, ты министр, ты и думай. Все, пока. Он еще не вылетел, твою мать. Українською, будь ласка. А знаєш, психувати мені зручніше російською. А мені байдуже, ми домовились, тільки державна мова, інакше ти її не вивчиш. Добре. Отже, Василь Петрович досі в Києві. Нічого страшного.
пару годин ми зможемо відволікти пана Адельванштайнера екскурсію по палацу Потоцьких. Які пара годин, Оксана? Його сьогодні зовсім не буде. Це тупо. От ти і скажеш своєму пану. Адельванштайнер. 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 А тепер разом Отто Адельванштайнер. Отто. Я буду звати його по імені. Він не любить панібратство. Тоді його фамілію будеш називати ти. По-перше, прізвище. По-друге, як ти собі це уявляєш? Вчи, поки не пізно. Пізно, Оксана. Чуєш мене? Пізно. І попереджаю, навіть не думай з ним жартувати. Він дуже серйозна і принципова людина. Для нього розклад і регламент – це все. Тобто він така ж недота, як і ти. Сподоч. Welcome to Ukraine. Thank you. Do you speak English? Yes, a little bit. Але мені краще українською. Містер Мухінс? Не треба. Можемо українською. Не дивуйтесь, просто моя бабця з України. А, тоді ласкаво просимо до України, пане Отто. Адельванштайнер. Yes. Дякую. Прошу. Я перепрошую, а де президент? Президент не прилетів. Так що, значить, у нас проблеми? Ні, з чого ви взяли? А що, президент вас уповноважив обговорити усі питання? Ні. Значить, у нас проблеми. Та нема ніяких проблем, пане Отто. Не мовчи. Адельванштайнер. Та президент відсутній, тому що закон не прийнято. Та як це не прийняті? Прийняті навіть більше, ніж треба. Вони їх там стільки не приймали, зараз сидять, розбираються, які з них були потрібні, які ні. Пан міністр має на увазі, що зараз йдуть фінальні консультації, з'ясовуються деякі деталі. Пан президент ось-ось вилетить сюди. Я хотів би нагадати, що наша зустріч була запланована ще на вчора. Тільки з огляду на форс-мажор, ці трагічні події, ми погодились перенести зустріч. Гештензі. Ми щиро дякуємо і цінуємо все, що ви для нас робите. Правда, пане Отто? Адельванштайн? Так. Опять Сергій Вікторович? Какой непонятливый. Ви уверены, що нам справиться з поставленою задачею? Даня. Понятно. Кстати, не факт, что это ее настоящее имя. Но как бы там ни было, очень хорошо, что вы ее посадили. Какая дрянь. Из этой дряни человека взорвали. Мне бы еще жить и жить. Юрий Иванович, давайте сменим тему. Василий Петрович, ну вы не переживайте так. В этой Матахаре весьма солидный послужной список. Говорится, не вы первый, не вы последний. Юрий Иванович, я понял. Да. Многие слуги народа прошли через ее, как бы это мягче сказать. Но... скажем, руки. Я понял, Юрий Иванович. Да. Бывший вице-премьер Щербаков, замглавы НБУ Куняев, Семенов, Лабута, Дереконь, Яненко, я. Единственный, кто устоял. А так, собственно говоря, весь бывший кабинет министров. А может, и немножко помолчать? Да, конечно. Хотя нет, не весь. Там же две женщины были. Хотя знаю Анну Михайловну. Хватит. Да, извините. Остановите. Толик, фу. Останься, Толик. Тож сьогодні, згідно з програмою, було заплановано підписання документів і ділова вечеря, яких, я гадаю, не буде. Ну що ви? Ми зробимо все можливе, щоб максимально слідувати нашому плану. Просто його трошки підкоригуємо і все. Почнемо з вечері. Як вам? А президент буде на вечері? Ну як так? На підписанні не був, а на вечері буде. Як нас кажуть, хто не працює, той не їсть. Жартую. Звісно, буде. Гарного дня. Жаль, Юру. Полезный был человечек. Ничего не поделаешь, это жизнь. Когда курица начинает кукарекать, ее режут. Да, беда. Кстати, мы что-то тебе должны? Да пустяки. Закрыли тему. Ну и хорошо. Тогда на созвоне. Насмешил, Миша. Василий Петрович, знаете, кто это? Нет. Вот и я не знаю. Ну, здравствуй, Поля. Как жизнь, Петюня? Фома. Знакомьтесь, Василий Петрович, мои друзья.
Ну, здравствуй, мама. У вас была мать? Извините. Это что? То, что им нужно. Компромат на олигархов. Вы сделали тайник на могиле своей матери? Это же кощунство. Василий Петрович, а покойник или хорошо, или ничего. Пойдемте. Здесь все есть. Досье, схемы, офшоры, эпиграммы. Эпиграммы? Балуюсь. На вас, кстати, тоже есть. Прочитать? Нет, спасибо. Он воплотил народную мечту. Рецепт правления простым казался, но через месяц на посту Василий Петрович... Вы можете не продолжать. Финал банальненький. Давайте. Василий Петрович, вынужден вас предупредить, что если вы вот этим вот неправильно воспользуетесь, то рискуете стать моим соседом. Что предлагаете? Расскажу-ка я вам одну историю. Жили-были три товарища. Петюня, Пуля и Фома. Страх наводили на весь град столичный. От казино Печерских до рынка Троещинского. Но нашелся добрый молодец, который встал на их пути. А молодец это вы? Какая разница, давно это было. Рассердились они на него люто. Да так, что пригласили палача с гор Кавказских, дабы, как водилось в те времена, молодца-то мочкануть. Да, Фома? Узнал добрый молодец о плане коварном, а вскоре и товарищи его тоже все узнали. Петюня узнал случайно, что Фома спит с его женой. Фома случайно узнал, что Пуля слил его точку ментам, а Пуля узнал, что Петюня хочет его из бизнеса выдавить. И забыли они про доброго молодца и постреляли друг дружку. К чему весь этот эпос? А к тому, Василий Петрович, что с олигархами нужно поступать точно так же. Столкнуть их лбами, развалить коалицию и договориться с каждым по отдельности. У нас есть максимум 5 дней. Какие у вас планы на сегодня? С утра собирался улететь во Львов. А поедете? В Харьков. Про заданого Володько змінює плани. Замість зустрічі з МВФ Василь Петрович відправляється в робочу поїздку Україною. Президент планує відвідати Харківську, Сумську та Тернопільську області. Ви ще надіятесь получити кредит? Да, я надіюсь. Після їсть версії, хто сей зобі Савченко. Это тайна связи. Убийство прем'єра, провал парламенту, закону, срыв договоренности с МВФ. Вам мало проблем с Тарифом. Есть комментарий. Где Юрий Иванович? Он уже в купе. Подожди, если его узнают. Не волнуйся, вас мы полностью переделали ему внешность, его мама родная не узнает. Самое главное вот, пульт управления Юрия Ивановича. У него на ноге браслет. В случае побега его ударит током. И все-таки что вас заставило так резко изменить план? Какие умелости? Это шестое. Олег, смотри. Эта кнопка его тряхнет. Желтая поджарит, а это medium well. Ой, извините. Василий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы прошел мимо и не узнал. А я вас сразу узнал. Естественно. Обалдеть. Морщинки, поры, волоски, все очень натуралистично. Вот это платье. Не вы его выдрали. Вообще-то я хотела переодеться. Вы выйдете? Зачем? В конце концов, а вы же мужчина? Да. А я женщина. Издалека, да. Да, да, вблизи, конечно, не доработали. Да, вторичные половые признаки все-таки видны. Надо немножко тщательнее вот здесь выбривать. Тогда это не будет привлекать внимание. Вот эти штуки. Что это? Полиуретан? Твердоватый. Надо помягче для вашего возраста. По местам поменять. Вот здесь сделать потверже, тут помягче. И все будет. А если пороже? Я не посмотрю, что вы президент. Ой, извините. Толя, где Юрий Иванович? Ай! Это нормально живого человека бить током? Что вы смотрите, Василий Петрович?
Толик, Мика же сказал, у нас 5-е и 6-е. Почему на наших местах какая-то женщина? Купе! 5-е и 6-е. Ну что вы молчите, Василий Петрович? Как вам мой новый образ? М? Сумасшедший Айболит? Вообще-то это Марк Твен. Что это, вы итальянский учите? Задумываюсь о загробной жизни. Италия – неплохое место воскреснуть. Ну да, Сицилия вам подойдет. А я вообще подумываю о Капри. Харьков, Юрий Иванович, Харьков. Ну что, обделался? Едет к тебе главный хоббит Украины. Да нет, я просто волнуюсь. Михаил Семенович, а вы как думаете? Президент не в курсе, что мы с вами работаем? Во-первых, не мы с тобой, а ты на меня. А во-вторых, не дрейфь. Никто о наших делах ничего не знает. Губернатор Харькова, человек Ройзмана. Он прокручивает все бюджетные деньги через его банк. Так вот, наша главная задача – перевербовать губернатора. Уломать его, сменить банк Ройзмана на банк Маматова. И лучшее место для этого – чертово колесо в парке Горького. А почему именно чертово колесо? Идеальное место без прослушки и лишнего жень. Чертово колесо. Чертово колесо. А если он вас узнает? Не узнает. С ним будете говорить вы. Я? Да. Да что? Да нет, это не может быть. Он мне не поверит. Если вы не покажете свое истинное лицо. А какое у меня истинное лицо? Хапуги, любитель откатов, коррупционер. Я коррупционер? То ли это мы работаем, у нас тут диспут. Я хапуга? Я прошу вас, Василий Петрович, ну перестаньте. Ну, вы думаете, кто-то верит в этот ваш имидж? Даже те, кто за вас голосовал. И те надеются и ждут, в каких масштабах вы начнете хапать. Верните людям веру. Дайте им спокойно жить. Ну, хватит. Извините. Вася, это международные отношения. Перенос встречи с главой делегации – это скандал мирового масштаба, понимаешь? Я тут тоже не на пляже загораю. Сейчас у меня эти европейские хмыри спросят, когда ты будешь. Как только будет, с чем, я сразу приеду. Сережа, подожди ты! Я что-то не понял, завтра тебя тоже не будет? Нет. Бляха-муха, Вася! Ладно, я как-нибудь выкручусь. И я очень надеюсь, Вася. Ты знаешь, что ты делаешь. И я надеюсь. И не лезь там во всякую херню. Гарна пісня, так? А чого сидимо, чого не п'ємо? Ділова вечеря цього не передбачає. Спілкування, бесіда. Яка ж бесіда без горілки, пане Отто? Це порушення українських традицій. Вибачте, але моя бабця з цими традиціями мене не встигла ознайомити. Нічого страшного. Ми зараз це виправимо. Good? Я good. Будьмо. Ні-ні-ні. Це перша традиційна чарка, яка п'ється до дна. Ну хіба що ви бажаєте навмисно образити господаря. Ну, мені не вийде, понімаєте? Зіграєте. Кого, хапугу? Я не знаю, як грати хапугу. Все дуже просто, я вас научу. Главное що? Главное мовчати і смотреть. Во-во-во-во-во-во-во. Вот это обязательно? Да, обязательно. Я же не могу все время молчать. Ну, если захотите что сказать, ну, говорите. Ну, да, вот, да. Не громко, тихо, да, потихо. Что? Говорите тихо. Зачем? Чтобы вам кланялись. А. Ну, вот он взгляд, вот, зафиксируйте. Друга чарка традиційно п'ється за злагоду в домі, теж до дна. Будьмо. Закусуйте.
Картопелька, сало, шпундра. Я хотілося б побачити президента. Скажіть, коли він буде? Ні-ні, це традиція. Галусь, ну подожди! Ты что, дед? Ты что, уходи! Уйди, гад! Уйди, что ты делаешь? Боже мой! Толик, я в туалет! Туалет закрыт, санитарная зона! Толик! Скотина ты, Толик! Зая, открой, дедушке надо! Спать иди, Зафил! Будьмо! Скажи, все ж таки, де президент? А я вам хіба не сказав? Ні. Сергій Вікторович, Сережа, ти що з глузду з'їхав? Вставай. Не-не-не, мы даем министру еще немножко поспать. Тихо собираемся, уходим. Чучело гороховое, вставай, у нас через півгодини зустріч. Какая у нас с тобой зустріч, Оксана? С головою МВФ, Сергій Вікторович. Никакой зустрічі не будет в 11, он к 4 часам минимум раздуплится. Ложись. Вставай. Я не знаю, о котрій годині він прокидається, мені все одно, я відповідаю за тебе. А ти повинен з'явитися на зустрічі за 10 хвилин до початку. Сережа, ты меня позоришь. Посмотри, на кого ты похож. Прими душ, освежись. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хреновый из тебя будильник, Оксана. Сережа, Сергей Викторович, пане министре. Я тебе еще раз говорю, не будет никакой встречи ни в 11, ни в 12, ни в час, Оксана. Эй-эй-эй! Эй-эй! Добрый ранок! Добрый ранок! Об 11-й у Мельфу! Так-так, я пам'ятаю, так. Он что, бессмертный? Володя, а что с кортежем президента? Не переживай, Тарас, едет кортеж. У котрий потяг? Ахай, юну. Маша, я готовность. Тарас Андреевич, обижаете, готовы на 100%. Сподіваюсь, все скромно и без помпы. Все строго по протоколу. Паша, це що таке? Арка, діти, оркестр, бюджетники. Ти смерті моєї хочеш? Нахрена все це? Перший приїзд президента. Ти забувся, хто в нас президент, ідіот. Ти ще барабанщиць покликав. А що, не треба було? Все, приїхали. Да все по протоколу. Мы всегда всех президентов так встречали. Кого ты зустрічав? Прибери людей. Закопай, заховай в тупи! Какой вагон у президента? 5-й. Ты что, столбишь? Правдюк, слышишь меня? Ковалев на связи. Протяни поезд на один вагон вперед. Я разберусь. Тарас Андреевич, пойдемте? Я здесь. Сюда, сюда. Тарас Андреевич! Идиот, не ходи за мною! Тарас Андреевич, успокойтесь. Куди мы идем? Встречать президента. По-моему, Павлик, это абсурд. Паша, если хоть один журналюга напишет про все это, про что-то ляпне, я тебе... Это солнечное утро на улицах Харькова безлюдно. Не работают больницы, опустели школы, остановились фабрики и заводы. Это не стихийное бедствие, это приезд президента в Харьков. С какой помпой встречают президента в стране, в которой месяцами не платят зарплаты? Яночка, ну зачем же так нагло лгать людям? Вон там встречают президента.
Ласкаво просимо до Харкова, Василь Петрович. Дякую. Вибачте. Прошу. Вибачайте, що так скромно, без офіціозу, але ж ви не розважатися до нас приїхали. Часу обмаль, а показати є багато чого. А та кого так зустрічаєте? Навіть не уявляю. А треба уявляти. От так потрібно зустрічати президента. Нифига себе встреча за 9-е місце. А прикинь, ми б 1-е місце зайняли. Як би нас зустрічали? Это что? Эскорт, так сказать. А почему не маршрутка? Где вы накопали этот нафталин? Областный автопарк. Им під 100 років, але бігають. Економимо. Щось не так? Не мой уровень. Не статусно. Пане Мухін, я сподіваюся, ви нарешті внесете ясність щодо візиту президента. Президент просить вибачення. Він зараз знаходиться в Києві. Проводить в Раді фінальні консультації. А що ви скажете на те, що президент зараз знаходиться у Харкові? Який Харків? Президент у Харкові? Звісно, в Харкові. Де ж йому ще бути? Тут, у Львові. Він буде. Щойно розвіє прах. Прах? У своєму заповіті прем'єр-міністр попросив розвіяти його прах над Харковом. Хто це має зробити? Тільки діючий президент. Це така традиція. Але на діловій вечері він буде з нами. Гарного дня. Ти сам зрозумів, що сказав? Не хочу даже вспоминати. Наша главная задача – уломать губернатора, сменить банк Ройзмана на банк Маматова. Так вы говорите, Ройзман имеет 5% с коммуналки всего города? Я кажу. Я ничего такого не кажу. Нет? Тарас Андреевич, давайте напрямую. Мне от вас нужна конкретная услуга. Для вас что за угодно, пане президенте. А ось гордость. И лучшее место для этого чертовое колесо. 55 метров. Прокатимся? Обов'язково. Володя, поїдеш з президентом. А що, Володя вже губернатор? Давайте з вами пошепчемося. Тет-а-тет. Я б залюбки, але не можу. У мене акрофобія. Що? Лютий страх висоти. На чому завгодно, лише не на колесі. Важний дзвінок. Акрофобіку. Чорт. Да. Юрий Иванович, ничего не получится. У него акрофобия. Что? Дикая боязнь высоты. Я не смогу его заточить на чертово колесо. А при чем здесь чертово колесо? Как вы же сами говорили, чертово колесо, поговори с ним на чертовом колесе. Ну, мало ли, что я мог сказать, просто мне понравился этот образ. Так что, чертово колесо не обязательно? Да где угодно. Поговорите просто подальше от посторонних ушей. Работайте. Да. Работайте. Да, понял. Слушайте, а может быть, к черту это чертово колесо? У меня есть идея. Чудово. Так вот, я бы хотел, чтобы бюджетные деньги шли через банк Отрада. Але ж це банк Маматова, брудний банк. А банк Ройзмана чистый. Він пройшов всі перевірки і виграв тендер. Тарас Андрійович, да бог с ним, с Ройзманом и Маматовым. Давайте поговорим о вас. Я боюся. И правильно. Итак, все заправки в области отжала ваша жена. Я в разводе! А вся брусчатка в городе с завода вашего двоюродного брата. Це брехня, він вітний! Это хорошо, что у вас сестры нет. А теперь что записано конкретно на вас? Сахарный завод, химкомбинат и даже эти горки. А это 15 лет с полной конфискацией. Ну что, еще кружок или вернемся к Маматову? К Маматову! К Маматову. Ну что, значит, договорились? Проводим через банк Маматова под те же 5%. Да какие 5? Для вас 10. 10% от бюджета? 15, окей. Поездят еще годик на стареньких трамваях, не обломятся. 20. Сложно, сделаем. Понизим статус чернобыльцев, с очистными подождут. В конце концов, Харьков без прорыва канализации, как Венеция без каналов. Что, 30?
Василий Петрович, ну надо и совесть иметь. Зачем же все сразу? Не на год же пришли. Да можно и 50, но люди на улице выйдут. Тогда с вас нацгвардия. Я тебе хребет сломаю! Оторву, скотина, стоять! 30% из бюджета! Вы стали такие! Да что? Я тебе сосу эти шарики, знаешь куда? Люди смогут! Про людей он вспомнил, похло! На тебя, закалю! Что-то невообразимое происходит сейчас в парке Горького. Президент Голбородько гонит губернатора по парку. У нас был план! Ну, простите, я не сдержался, когда он сказал про 30%. Да хоть 100, хоть 200, хоть 300. Мы не для этого приехали. Я не знаю, что делать. У нас был чудный гамбит. Это надо быть таким идиотом! Толик. А ну, еще раз. Дебил. Перестань уже. Есть. Значит так, делаем маркировку. Назначаем на пост губернатора человека Мамотова. А кто это? Василек Иван Сергеевич. Да что, на нем уже пробы ставить негде. Василька не будет. Будет, Василий Петрович, будет. Президент Голбородько призначив Івана Василюка новим губернатором Харківської області. На думку президента, саме Василюк зуміє навести лад в регіоні. Також Голбородько висловив надію на плідну співпрацю, пообіцявши усіляку підтримку зі свого боку. Слушаю. Это я тебя слушаю. По поводу? Не включай дурака, хреновый здесь актер. Что это за мутатень с Василюком в Харькове? Это что? Это жизнь, Миша. Я тебя услышу. Вчора починаємо з головної новини. Лідер парламентської фракції «Добробут» заявив наступне. Ми ще раз звісили всі за і проти і вирішили, що наша фракція прийме закони президента і, можливо, вийде з коаліції. Що це за шапіто, Михайло Семенович? Не я його почав, да? Рустем Ашотович! Міша, ти що, маци об'ївся? Еще раз повторяю, твоего губера уволил президент. Ёжиш, какие мы вежливые. Вчера еще чмо ничтожество, сегодня уже он президент. А что ты мне предъявляешь? Что у меня с головоротки терки? Я тебе ничего не предъявляю. Я только констатирую факт. Голобородько назначил твоего человека. Да откуда он знал, что это мой человек? Хочешь сказать, это случайность? Господа, вы что, сюда собачиться приехали? Успокойтесь. Лично мне, как лицу незаинтересованному, все очевидно. Кто-нибудь знал, что Цицик твой человек? Да никто. А кто-нибудь знал, что Василюк твой человек? Того, кто знал, мы позавчера похоронили. Отсюда вывод. Это нелепая случайность. Бывает редко, но бывает. Так что, Миша, ты не прав. Так чего я должен вдруг? Миша! Андрей! Миша! Извини, Ашотыч был неправ, погорячился. Ну и, надеюсь, заявление твоей фракции это так ты побряцал мандатами? Да ясен красен, никто голосовать не будет. Ну что ж, будем считать, что конфликт исчерпан. Василь Петрович, я хочу ще раз подякувати за довіру. Повірте, я гідно продовжу справу свого попередника. Даже не сомневаюсь. Я вибачаюся. Може вам крутиш виділити? Ну так, машинок 5-8. Хоча скільки тут їхати? Губернатору Сумщини моє вітання. Толик, мы сейчас в отель? Нет. Мне кажется, нам нужно кое-что забрать. Уже. И где? В багажнике. Как в багажнике? Ну, ваши вещи в багажнике. Нет, я имею в виду не вещи. Кое-что. Ну, ты понял? Нет. Где дядя? Дядя? Дядя. Какой дядя? Мы что, с собой много дядь брали? Мой дядя где? Ваш дядя? Да не мой он. Не мой дядя? Он не мой. Он... Наш дядя Юра. Толик, я думаю, это Василий Петрович обо мне. Я здесь. Дядя с вами. Я вижу.
Ну, как прошло назначение, Василий Петрович? Не откусили голову Василику? Какой смысл? Откусишь одну, вырастут три. Василий Петрович, давайте так договоримся. Больше никаких импровизаций. Хотя должен вас похвалить, этот ваш экспромт с Цициком принес свои плоды. Романченко заявил, что и фракция будет голосовать за, ну, за ваши законы. Серьезно? Это же здорово. Не надо так радоваться. Думаю, завтра утром он даст опровержение. Почему? Да неважно, главное, что лед тронулся. Шестереночки заскрипели. Да. Хорошо, и какие планы в Сумах? А какие у нас могут быть планы в Сумах, когда мы едем в Запорожье? Как в Запорожье? С ветерком. Надо в отель заехать. Зачем? Забрать дядю. Толик! Пане міністре, ви мені обіцяли. Ви кляли, що сьогодні ввечері буде тут цей... Хто? Президент. А! Традиційна четверта президент. Чарка. А ну, Оза, спроси мене, де президент? А де президент? Ти що, місто без мера хочеш залишити? А мені що мер, що міністр спорту, пофіг, я вас ганяв до сьомого пота. Давай, давай, не тормози. О, що там? Петрович, президент в Запорожжі. Що? Президент в Запорожжі. Як в Запоріжжі? Він же в Суми мав поїхати. А приїхав в Запорожжі. Йоба-боба, зараз буду. Тримай. О, пошел, пошел, хорошо, стой. Молодец. О, стой, кажу. Давай, можешь, когда хочешь, Палыч. Давай, молодец. Стой, кажу. Не болтай, дыхалку Палыч. Собьешь. Я из тебя стой, поводу сделаю. Стой, я тебя убью. Давай, давай, стой, сука. Чи поїздки і замість Сум відправився у Запоріжжя. Там у доволі жорсткій формі президент поспілкувався з місцевими можновладцями. Здорово, правда? Нравится? Что это такое? Господин президент, ну есть сложности, которые не позволили нам достроить мост. Как? А он достроен? Вот же он. Смотрите, какой стоит. Монолит, красавец. А вон второй мост. А вон там третий. Это просто такая технология, да? Новейшая. Наномосты. Прозрачные и хрустальные. Шутка ли? 4 миллиарда из госбюджета. Нет, вы скажите, может быть, мне просто не сказали. Вполне возможно, вы на ЗАЗе изобрели новую Таврию. Новая модель. Летающая Таврия. И теперь нам абсолютно не нужны ни мосты, ни дороги. С мостом это не наша вина. Мы просто попали на недобросовестного застройщика. Да, и кардиоцентра нет по той же причине. Ну, конечно. Зачем вам кардиоцентр? У вас же нет сердца. Где ваш мэр? Госпитализирован по подозрению на инфаркт. Ну, слава богу, хоть у кого-то есть сердце. Вернемся к тендерам. На мост, на дороге, на дамп. Тут все хорошо. На оформлено. На разные юридические компании. Есть, правда, одна проблемка. Учредитель в этих компаниях один. Рустем Мамантов. Может быть, я снова чего-то не знаю? Может быть, существуют такие тендеры, в которых можно выиграть всю область? Или, может быть, даже всю страну? Вполне возможно, были такие аукционы. Нас просто не позвали. Василий Петрович, буквально через 2 часа мы собирались все эти вопросы обсудить на сессии. Обсудите и доложите мне. Да, и последнее. Если я еще раз узнаю, что очистные на Запорожье-Стали включаются только к приезду президента, засуну всех в трубу. Труб хватит? Mm-hmm. Хоть чего-то у вас хватает. Василий Петрович, что заставило вас изменить план поездки? Почему Запорожье? У меня появились факты, подтверждающие коррупцию в области. Кстати, отдельная благодарность за информацию, за документы журналисту Сергею Бирюкову. Что это было, Миша? Я сам в шоке. А что ты из себя дурака корчишь? У тебя плохо получается. Ой, по-моему, кто-то тут на что-то намекает.
Я не намекаю. Я прямо говорю, ты гнида, Миша. Мы вчера с тобой мировую пили, а ты за моей спиной такую подлянку устраиваешь. За базаром следи. Я не при делах. Подожди. Ты хочешь сказать, что твоя карманная журналюшка Бирюков посмел вякнуть без твоей команды? А что, баран, по-твоему, что ли, такие команды ему отдавать? И как ты это объяснишь? Откуда я знаю? У него спроси. Я спрошу. А ты спроси. Я спрошу. А ты спроси. Я спрошу. И спроси. Господа, господа, его уже везут. Что происходит? Благодарность. В Харькове я бы вас этой дверью прибил. А здесь браво, четко. Без вопросов. Все-таки можете, если захотите. Василий Петрович, приятная неожиданность. Мне говорили, что будет особенный гость, но что это будете именно вы? А что ж, нам сюда? Пройдемте. Да? Да-да, я провожу. Пані та панове, цей святковий антураж. Господин президент, прошу. Эксклюзивный Бентли, який... Куда мы идем? Не переживайте, у меня все под контролем. Пожалуйста, сюда. Ваш столик. Наш столик? Да. Все, как вы любите. Растягай, красная икра, стерлядь. Стерлядь? Она. Встречайте, Верка Сердючка! А я иду такая вся, Дольче Габбана. Свет, звук не мешает? А может быть, Сердючку... Нет. Хорошо, вы тогда располагайтесь, я именинницу позову. Подождите, какая именинница? Она точно сюда? День рождения первой леди, а вам не сюда? Моей первой леди? Нет, первой леди Запорожья, жена мэра. А, извините, мы не приглашены. Василий Петрович, вы всегда приглашены. Вы президент вашего шара. А послушайте, это какое-то недоразумение. Пожалуйста, я устал, мне нужно идти. Господин президент. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы хотя бы с мэром поздоровались. Как я могу поздороваться с мэром, когда он в больнице? Как в больнице? Мое сердечко. Мое сердечко. Сердце. Сердце. Вы, Василий Петрович, возьмите себя в руки. Я думаю, нам стоит уйти. Тихо, успокойтесь. Все нормально. Почему так нужно заводиться, Василий Петрович? Ну, подарили человеку Бентли, сделали ему приятное. Приятное. Люди всю жизнь на маршрутке ездят. Ну, так это люди, а кто-то должен ездить и на Бентли. Так, может быть, люди должны ездить на Бентли? Ну, тогда это будет маршрутка, а не Бентли. Прошу вас. Спасибо. Проходите, Василий Петрович, проходите. А что это за номер? А, это президентский. Вы же еще президент. Значит, все логично. Или вам не нравится? Не, при чем тут нравится или не нравится? Мне бы подошел обыкновенный стандарт. Восхищен вашим аскетизмом. У вас в роду не было спартанцев? Хватит ерничать, Юрий Иванович. В конце концов, мы голыми в этот мир приходим, голыми уходим. Василий Петрович, между приходом и уходом вы упустили один маленький пустячок жизни. Нет, если вы хотите прожить нудистом всю жизнь, пожалуйста, ну кто же против? Но лично я предпочитаю брать от жизни все. Да, я видел 11 томов вашего уголовного дела. Там, где вы взяли от жизни все. 12. Прям как Подвигов. А ради чего это все, Юрий Иванович? Рвать, хапать, идти по головам, быть подонком для всей страны. Зачем все эти миллиарды? Они что, греют душ, поднимают ваше эго? Ради чего это все, Юрий Иванович? Эти столы, эти люстры, эти царские палаты. Гробы-то без карманов. Терраса. Кошмар. Эти огромные террасы, безразмерные балконы. Посмотрите. Ради чего это все? Какой потрясающий вид. Так может быть, ради этого? Да. Какие у нас планы? Какие планы? Занимаем места в первом ряду, ждем новостей и наслаждаемся триумфом. Вы слышите этот грохот? Какой грохот? Это рушится коалиция. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Предлагаю пари. Кто первым выйдет из коалиции? Жанна со своими демократами или Романченко с радикалами? Лично я за Жанну, а вы? А я думаю, Юрий Иванович, надо все-таки позвонить и лично поблагодарить Бирюкова. А его-то за что? Как за что? В обход Ройзмана передал важную информацию. А нет. Он тут ни при чем. Это вообще-то моя информация. В смысле ваша? А документы? Вы же мне говорили. Ну, говорил, не говорил. Какая разница? Главная цель достигнута, все остальное шелуха. Вы понимаете, что вы подставили человека? Да был бы он человека, такого грех не подставить. Нет, вы только представьте, что с ним могут сделать. Покалечат. Максимум убьют. Василий Петрович, вообще-то это очень некорректно. Лезть в личную жизнь человека. Согласны? Нет. Ну, тогда позвоните ему и извинитесь.
Василий Петрович, ну не надо паниковать. С Сережей все будет хорошо. 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 Гнида! Что ты его пихаешь? Что ты пихаешь? А нахрена ты мне его суешь? Ты же хотел его допросить, так бить допрашивать! А я что, мусор допрашивать? Ну, Штем, что ты будешь? Да подожди ты! Это что, первая его подстава, да? А когда он меня за Киевгаз мочил, за Облэнерго, за Азовметалл? Это он заказал тебе? Что ты его спрашиваешь? Давай еще про фуру с паленкой польской вспомним. Миш, давай выпьем. Давай. 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 Ну так да или нет? Андрей. Не хочу я. Объясни мне, пожалуйста, русским языком. Вот какая мне выгода сейчас тебя мочить? Так это за Харьков ответ ко мне. Да какой Харьков? Сереж, ты со мной выпей, а иди сюда, иди. Что ты тут? Ну, я сейчас пищу, не пиздец. Твоих рук дело. Ну, чуйка у меня. Вот оно. Неоправданный наезд. Без оснований. Господа, успокойтесь. Вот Сережа, живой, здоровый. Спрашивайте у него. Что ты там плаваешь, жаба? Ты что, плавать сюда приехал? Рустем Машатович, я глянувся, я нікому нічого не заливав. Про заяву Голобородька я дізнався постфактум. З президентом я ніколи не контактував. І взагалі, я не мав з ним зв'язку. Він не мав з ним зв'язку. І з ним ніколи жодно це сказав. Не контактував. Не контактував. Неконтактна він людина, понимаешь? Я проверил его контактик в телефоне. Все чисто. На самом деле. Молодой. А это что такое? Громкость включи. Алло. Добрый день, Сергей. Доброго. Сергей, я прошу прощения, произошла ошибка. Дело в том, что информацию по делу Маматова я получил совершенно из другого источника. А назвал вашу фамилию. Так что извините. Да ничего. А вы знаете, я подумал, что если бы у вас была эта информация, вы бы мне наверняка передали. Нет? Я? Звычайно. Честно говоря, вы знаете, все эти немчуки, Ройзманы, Маматовы, они высасывают кровь последнюю из страны. Да была бы моя воля, я бы вернул назад смертную казнь, причем долгую и мучительную. Чудовая идея. А так между нами, с кого вы начали? С Маматова. С Маматова? Хорошая идея. Спасибо вам большое. Еще раз извините, Сергей. Какой Сергей? Бирюков. А если когда только что позвонили, Бирюкову извинились? Да, я считаю, я поступил честно. Значит, я вырабатываю план, продумываю каждую деталь, а вы одним телефонным звонком все сливаете в унитаз. Честно. Не нужно драматизировать. Нет ни сил, ни желания на вас кричать. Это был просто звонок. Идиот! Вы идиот! А вам в голову случайно не приходила мысль, что так гнида записывает все телефонные звонки на диктофон? Я даже не подумал. А надо было подумать. Просил без самодеятельности вам, что Харькова поломала. В Харькове вы, между прочим, меня хвалили. Все. 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 Ну, с другой стороны, Толик, мы подставили человека. Я должен был извиниться. Хотя, может быть, он и прав. Я в бар. И пусть кто-то попробует меня остановить. Счастливо, Сережа. Перезвони, когда плывешь. Так что, Рустам, зря на человека грешил? Нет, странно все как-то совпало. Ничего странного, закон равновесия. В Харькове нашел, в Запорожье потерял. Кто б мог подумать, что это наш учитель воду мутит. Мал клоп да вонюч, сука. Ну что, сейчас мы этой вонючке устроим ответочку. Хорошая идея. Хорошо-то как. Прям не хочется уезжать. Да куда ж тебе уезжать, ты ж дома. Куда-куда, в Одессу на свадьбу к дочери. Ну как там ответочка? Уже в пути. Сейчас Вася узнает. Что такое запорожское гостеприимство?
Толь, что ты стоишь, как на плацу? Сядь, расслабься, посмотри, что. Пожалуйста. Спасибо. Толь, ты не видел портфель? Сука, только. Повторите. Будьте любезны. Пожалуйста. Слышь ты, Том, если ты еще раз это меня прям, ты знаешь, куда я... Вас не слышно. Толя, закажи что-нибудь перекусить. Повторите. Бутылку. Здравствуйте, девушка. А в каком номере у нас президент остановился? А вы, простите, кто? Мы. Журналисты. Хотим у Василия Петровича интервью взять. Комната 604. Благодарочка вам. От всего, так сказать, союза журналистов. Мухин, я все понимаю, но я тут тоже не прохлаждаюсь. Ну, у тебя печень болит, а у меня мозг взрывается. Без разговора. Что значит бегом? Во-первых, я не буду пить, тем более с вами. Толик, у нас гости. Что происходит? Какие гости? Быстро, из номера. Ириванович, ну что вы делаете? Это кто? Просто из журналистов. С приветом от Бирюкова. Починають ненаситні. Підривайся, не витримує терпець. Підривайся, хоч я тут полюю злити. Підривайся, проривайся, проривайся на фортець. Может, ви ще кому-то позвоните? Сюда! Даже не думайте. Все вот это урод! Я вас умоляю! Две песни! Буквально 10 минут и порядок! Ну серьезно! Войдите в мое положение! Все буквально две песни! Ну что сложно? Ну, Вера, ну я вас умоляю! Я Андрей! Простите, Андрей, ну, елки-палки, ну дай спокойно раздеться! Ты сказала еще самолет! Ну что ты достаешь? У вас самолета мне... Сейчас. Игорь, выведи нас. Я прошу, подождите. Вы не так меня поняли. Вы работаете правильно от себя. Вы обработали правильно. И ни одного выхода. И что теперь? Искандрите. Рома, где? Мы видели твою фотографию. Тихо. Немножко заблудились. Веруня, мы вас умоляем, именинница готова, Бойко, да? Вера! Боже, как я рада, что вы согласились! Я вас так люблю! Ну, пойдемте же, пойдемте! Ребята! Праздник продолжается! Нет! Все будет хорошо! Сюда! Вера! Мама! Идите, Юрий Иванович! Здрасте. Я не умею пой, я мать, я лучше знаю. Все наказ! Хен зі міхцу ге Мухін. Можливо, цей кредит взагалі вам не потрібен. Президент не приїжджає, закони досі не прийняті. Закони прийняті, він в Раді. Зараз вилітає, буде на вечері. От що? Я би хотів це почути від президента особисто. Тобто ви хочете, щоб я зараз зателефонував президентові? Так. Просто зараз? Так. Без питань.
нам скажут, ваш поезд ушел. Мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо. Серега, я сейчас не могу говорить, я занят. А со мной не надо разговаривать. С вами будет говорить господин Отто... Адельвайнштайнер. Ян? Guten Abend, Adelbadeshan. I'm sorry, I don't speak German. Ми можемо говорити українською. Добре, до побачення. Мені здається, президент зараз не в Раді, а на якійсь гулянці. На якій гулянці? А ви хіба не чули там пісню? Яка ж це пісня? Це гімн, який виконується після кожного прийнятого закону. Здрасте. Привет. Мы публику разогрели, дальше тут сами. Здрасте. Не такой я себе представлял загробную жизнь. Да. А где Толик? Такая у него работа. Все будет хорошо. Ой. Давайте уже. Юрий Иванович, там полиция! И чем помогут нам эти хипстеры? Раскидают тетушек палками для селфи? Я доктор наук, лауреат Шевченковской премии. Я лично знаком с Меркель, с Далай-Ламой, с Клинтоном, в конце концов. И чем я занимаюсь? Мотыляю в жопе земли на дурацкой тарантайке с мохнатым рулем, в бабских колготках и с каким-то педагогом. Кто мог предположить, что я одним звонком вызову всех этих гоблинов? Ну, ошибся человек один раз. Один? Хорошо, два. Вы еще и подсчитываете? Хотите набрать какое-то определенное число косяков? Бе-б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 е! Что вы бубните, как старуха? Может быть, хватит? Вообще, куда мы едем? А! Юрий Иванович, они нас догнали! Газуйте, газуйте! Да я газую, у меня уже педаль в пол! Куда вы едете? На мост. Там нет моста. Есть там мост. Я его лично открывал. Да вы, кроме дорогого вина, ничего в жизни не открывали. Я был мэром Запорожья. Тогда вообще удивительно, откуда город? Там есть мост. Я хочу жареную картошку. При чем здесь картошка? Потому что я имею право перед смертью на одно желание. Там есть я мост. Я хочу картошку. А если бы не воровали, мы бы сейчас спаслись. Хотите об этом поговорить? Поехали. Сам знаю. Удобно вам, Василий Петрович? Да, спасибо, нормально. Нас уже догоняют. Я вижу. Так, может, что-нибудь сделаете? А что мне сделать? Был бы пистолет, я бы от них отстреливался. А так что прикажете? Тортиками в них бросать? Грина, ты на месте? Я гарант Конституции! Я клялся любить людей, но могу любить на 7 человек меньше! Ура! Назад! Туда же.
Василий Петрович, ну хватит уже выпендриваться. Прыгайте! Гриня, полный вперед! Совести у вас нет! Чему вас в школе учили? Вы чьё? Славно посидели. Даже страшно подумать, когда мы последний раз вот так собирались. На похоронах у Юрика. Да, действительно, страшно вспомнить. Ну что, спасибо хозяину за горячий прием. Ну, не такой горячий, как у Васи в Запорожье. Ну все, давай. Привет, Одессе. Я завтра тоже еду релаксировать. На охоту еду с фракцией на лосика. Какого лосика? Завтра Рада голосует за премьера. Так это завтра. Завтра действительно исторический день, особенно для нашего историка. Я надеюсь, мы не будем тянуть, как в прошлый раз. Нет, будем действовать, как договорились. Как договорились. Как мы договорились. Выбираем премьера и сливаем Голобородько. Завтра. Пока. Пока. Подожди, я не понял. Завтра выбираем премьера. Это я понял, сливаем Голобородько. Сливаем Голобородько. Когда я иду на лося? Когда мы выберем премьера. Василиса Петровна, колготки не кусаются? Может, переоденетесь? Или срослись уже женским образом? Спускайтесь. Вот, нашел. Аккуратнее. Ваш размерчик. Как-то неудобно чужие вещи. А почему чужие? А чья это яхта? Знакомого. Это кто? Кусто? Да, моего знакомого Кусто. А почему везде ваши фотографии? Потому что Кусто меня любил и уважал. Да, переодевайтесь. Ох, какая погодка. Окунуться не хотите, Василий Петрович? Я утопиться хочу. Ну, как знаете. А я бы с удовольствием нырнул. Ух ты, бабочка, трусы. Президент, которому не дали кредит, предлагаю выпить за вас. И не чокайся. Ёрничайте. А почему лучше бы придумали, что делать? А что делать, Василий Петрович? Вас в каховку, сам на копье. Да. Ох, какой у нас капитан, золотые руки. Угощайтесь. Утренний улов. Креветка в реке откуда? У нас богатая страна. Смотрите, какая кепочка. А, мастер оригами. А ну, стоп. Вы спрашивали, что вам делать. Вам срочно нужно в столицу. Поздравлять нового премьера. Рада завтра голосует за Карасюка. Как? Думаю, единогласно. Вот негодяи. Воспользовались моим отсутствием и пропихнули своего карася. Василий Петрович, ну при чем здесь вы? Просто завтра истекает 2 месяца. Какие 2 месяца? Я вам поражаюсь, как маленький, честное слово. Нет, все-таки я пойду нервно. Так какие 2 месяца? Вы читали Конституцию? Спасибо. Похоже, что не читали. Если в течение 2 месяца Рада не может выбрать премьера, то ее можно что? Что? Стоп! Распустить! То есть я могу заставить Раду проголосовать за законы под угрозой распуска? Браво! Ха-ха-ха! Это гениально! Ю-ху! А вы чего так радуетесь? Василий Петрович, знаете, как сорвать голосование Карасюка? Не знаю. А жаль, это бы решило все наши проблемы. А так забейте на все и со мной на капри. Он еще и трубку не берет. Алло. Алло, Вась, ты где? Я на капри. Я на яхте. Ты хорошо устроился. Короче, значит так, мне пофиг, где ты, хоть на Луне. Если тебя к 10 вечера не будет на деловом ужине, я тебе обещаю, я разорву дипотношения с Германией, Угандой и Южной Кореей и вернусь на сцену. Ты меня понял? Серега, успокойся. Я прилечу, обещаю и лично извинюсь перед господином Андель Вандер Айдельвандой Андерван. Что тут сложного? Адель Вайндштайнер. И перед ним тоже. Ну, спасибо тебе большое. Слава богу, хоть один день без бухла и хороводов. Юрий Иванович, я не знаю, куда вы рванули, но мне нужно во Львов. В котором часу собирается Рада? Завтра в 3. Звоните Мухину, нам нужен еще один день.
Так а мы куда? Не знаю, куда вы, а я в Одессу. А тепер всі разом питаємо мене, де президент? Нейн! Нейтрачен руецець! Будьмо! Раз. Боря в Гамбурге. Пусть наберет. Рустам Ашотович, у вас гость. Интересно. Я тут похозяйничал без тебя немножко. Ничего? Да мне что. Хорошему человеку вискаря жалко. Разговор есть. Вставайте, граф, у нас ждут великие дела. Мы успеваем? Конечно, все рассчитано по минутам. Давайте завтракать, скоро прибываем. Понимаешь, Ашотыч, какая штука? Чуйка у меня какая-то нездоровая. Какая чуйка? Нездоровая. Сначала моего Губера снимают, твоего ставят. Подожди. И потом вся эта канитель запрошена. Ну, вывод какой? Не знаю. Но чувствую. Чую подвох какой-то. Нечисто здесь. Юрий Иванович, что вы плетете? У нас совсем мало времени. Да не надо волноваться, Василий Петрович. А мы уже пришли. Здрасте, Вера Борисовна. Гляньте, кто явился. А что ты не звонил, бессовестный? Мама, я прошу тебя, не начинай. Я начинаю. То, что ты умер, это еще не повод не звонить маме. Мы зайдем или всю правду расскажем соседям? Заходи. Подождите, Вера Борисовна, а какая мама? Какая мама? Родная мама. А там кто? Там же мама. Там никого. Просто за собой хорошее местечко на кладбище. Мамочка. Мамулечка, как я соскучился. Нам нужен костюм. Я знала, что тебе что-то нужно. И причем срочно. Сергей Леонидович, как помочь будущему премьеру? Ну, когда стоящий станет сон здоровый. Каким будет первый указ на посту? Подождите, не будем ли лишь шкуру неубитого медведя? После голосования, по-новому, после голосования. Сергей Леонидович, у вас есть какая-то конкретная программа реформ. Что вы будете делать с курсом доллара? Ну как? Красавец. И последний штрих. Юрий Иванович. Успеем. Половина третьего. Все под контролем. А, Господи, помоги. Не тревожим, справимся сами. Сергей Леонидович, почему я не вижу среди гостей премьер-министра? Андрей Николаевич, постучите по дереву, только в зал заходите. Тебе ли волноваться? Это я не сыну и дочь замуж выдаю, так что давай, там, заканчивай свои дела и прилетай. Ты бредишь, Миша. По-твоему, наша училка сама такую кашу заварила? Ты еще скажи, что я ему помог. Может, это откуда я знаю? Лучше перебздеть, чем недобздеть. Да у тебя паранойя, Миша, паранойя. Может быть и паранойя. Все может быть. Время сложное. Стрессы, знаешь ли? Стрессы. Все нормально. Сейчас Рада премьера выберет, и жизнь наладится. Заседание Верховной Рады оголошую відкритим. Thank you.
ты не хочешь махнуться? Я тебе минсоцполитики, а ты мне промышленность. И может, ты параноик, Ашотыч? Ну, не идиот. Горько! Теперь вы вместе, вы едины, сплелись навеки половины. Впереди вас ждет долгая и счастливая жизнь. Дамы и господа, к нам приехал особый гость. Встречайте, президент Украины Василий Петрович Головоротько. Спасибо. Да, а как я мог не приехать? Такой праздник, с праздником, родные, мама. Поздравляю, поздравляю. Боже мой, крестница, какая красавица выросла. Солнышко. А мы знакомы? А не узнает дядьку. Выросла. Жених какой крепкий. С праздником, друг. Ну как тебе сюрприз? С праздником. Большое счастье. А чего мы стоим молчим? Горько! Горько! Шановні народні депутати, ставиться на голосування кандидатура Карасюка Сергія Леонідовича на посаду прем'єр-міністра України. За кандидатуру Сергія Карасюка на посаду прем'єр-міністра. Чергова перемога президента Голобородька. Сьогодні Верховна Рада більшістю голосів прийняла пакет антикорупційних законів, необхідних для отримання Україною кредиту від МВФ. Пройся. Да. Когда во Львов? Через полчаса. Надеюсь, эконом-класс. Естественно. Нам же кредит пока не дали. Я рад, что вы остались верным себе. Моя родина в надежных руках. Пока. Юрий Иванович. Да. Не думал, что это когда-то скажу. Спасибо вам. Вы хороший человек. Ну, неплохой. Сносный. Обнимемся. Нет, это лишнее. Все. Василий Петрович, я никогда себя не прощу, если не признаюсь. Вася, я твой отец. Всегда нравилась эта сцена «Звездных войн». Будете у нас на капле, милости просим. Спасибо. Смотри мне, электрик. Юрий Иванович, вы забыли. Это вам, на память. Всегда нравился ваш тонкий армянский юмор. Провожать меня не надо. Дальше я сам. Після прийняття Радою необхідних законів президент Голобородько одразу прибув до Львова і разом з міністром Мухіним відправився до Палацу Потоцьких. Там з хвилини на хвилину починається підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Чесно кажучи, ми вже взагалі не чекали. Але, як то кажуть, справу зроблено, і тепер не бачимо жодних перешкод для того, щоб ваша країна отримала цей кредит. Дякую.
Ну що, перейдемо тепер до додаткових умов. Добре. А що за умови? Стандартні. Пара дрібниць, обов'язкових до виконання. Так, пункт перший. Видобуток сланцевого газу. Ну, у нас його нет. Тепер буде. Да, ну це ж уб'є нашу землю. А сільське хазяйство? Його треба скоротити на 50%. А вирощування пшениці на 70%. Сельское хозяйство – это важное наполнение нашего бюджета. Я даже не могу представить, какие это будут потери. Ничего, знайдете в іншому. И это наша друга умова. Сховище ядерных отходов в Чорнобильской зоне. Звісно, с дотриманням усіх сучасних технологій безпеки. А якщо вам вдасться розширити зону до меж області, то Україна більше ніколи не буде мати проблем. Життя стане щасливим, стабільним і недовгим. Подождіть. Ані секунди, підте. Нам дуже дорого обходиться та ваше «подождите». Ми і так потратили много времени на вашу страну, більше, чим вона стоїть. Василій Петрович, подумайте самі. Це великі гроші, величезні можливості. Своя партія, більшість в Верховній Раді, громадський фонд для власного користування. 2-3% від 15 мільярдів, я думаю, це непогано, а? Ну, якщо вам треба подумати, чи щось не ясно, то... Ні. Мені все понятно. Я хочу поблагодарить главу МВФ и членов Совета директоров за потраченное на нас время и за очень содержательную беседу. И с чувством глубокой благодарности хочу сказать. Идите вы в жопу. И ця умова обов'язкова для виконання. Я понятно изъясняюсь? Мы не попрошайки и не гастарбайтер. Я хочу, чтобы все запомнили раз и навсегда. Мы не окраина, не пограничье между орками и эльфами. Мы нормальная, сильная, красивая и богатая страна. И то, что сейчас мы лежим на лопатках, не повод ставить нас раком. Но я вам благодарен. Правда, от всего сердца, что вы открыли мне глаза, и я смог увидеть, что мы действительно стоим на краю пропасти. Но у нас еще есть шанс стать великой страной. Мы нация открытых, умных и талантливых людей. И когда мы это поймем, поймем, что нужно уважать себя, поймем, что стыдно воровать и хапать, что нужно закатать рукава и тупо пахать. Не кричать «ганьба из рада» по поводу и без. Одними языками Украину не построишь. Когда мы перестанем мериться патриотизмом, делить украинцев на своих и чужих, а наоборот, объединиться. Вот тогда слава Украине будет звучать не только у нас, но и во всем мире. А пока... Идите в жопу. По вулиці йду, крізь натовпи людей, куди дорога веде. Від диму і машин, напевно, світ здурів, не помічає мене. А я хотів би так, щоб хоча б на мить тепло торкнулось людей. Тепло розтопить лід і стане кращим світ, сповнений добрих ідей. Подаруй мені мрію, щоб у небо злітати. Подаруй мені радість, щоб і щастя кричати. Подаруй мені сонце, подаруй мені небо. Подаруй мені мрію, мені більше не треба. Я вірю у людей, я знаю, що вони печаль. Дорогі всі пройти, дістатись до весни, вони не хочуть, на жаль. А я хотів би так, щоби хоча б на мить тепло торкнулось людей. Тепло розтопить лід і
і стане кращим світ, сповнений добрих ідей. Подари мені мрію, щоб у небо злітати, подари мені радість, щоб і щастя кричати.